Hello everybody, hi my students, hello friends. Вот рассматриваем опять график Пифагора. И должны обратить внимание, что выполняется очень строго. И следить за ним, конечно, надо. И это инструмент у нас, который позволяет нам прогнозировать и принимать решение, допустим, садиться в самолет или нет. Может быть, подождать, вылететь в другой день. Или вот так вот. И сегодня 2 число, как мы говорили, да? 2 июля. А у нас на 2 топографику, смотрите. 0. Видите? Вот такой график. Это на август, то есть на июль. На июль. Следующее 5, потом 8, 20. Вот такие числа. Что характерно? Что произошло уже-то? Ну, в 10 часов утра мэр Коломны застрелился из ружья, из охотничьего. Ну, что тут еще тут? 2 взрыва газового в жилых домах опять. В Нижнем Новгороде, еще где-то. Потом грузовой Боинг упал в Тихий океан. Вылетел не вовремя, да? Ну, Николай Сличенко, да, ну, 86 лет. Понятно, да? И опять арестован Виктор Батурин, знаменитый. Брат Лужковой. Вот таким образом. Не говоря уже о том, что, значит, не знает, что делать с этим. С ковидом, очень он коварный, очень большое осложнение дает. И вот, кстати, мэр Коломны-то он переболел этим ковидом, и пошли потом песни. Если чиновник уже болел ковидом или там кто, то сразу надо его на инвалидность, оформлять на инвалидность. Это ясно, потому что и снимать с должности, и ставить, который не болел. Вот таким образом. Почему? Потому что последствия, конечно, долго приходят. Может быть, сколько-то там лет они длятся. И все какие болячки хронические там были, они постепенно всплывают и периодически. И следует отметить, что ковид, он как вот. Мы же говорили, что надо не пить, как вот этот мэр города по-черному-то пытался водкой заглушить. Попадал в больницу из-за этого пьянки. А тут надо вдыхать с пары, вот 70% какую-нибудь настоечку там, ну, пустырник там или что-нибудь там, эвкалипт, и надо дышать. И в основном защищать, конечно, надо легкие, потому что прежде всего страдают легкие, а уже за ними необеспеченный организм кислородом начинает давать сбой, сбоить начинает. Вот, и это обстоятельства какие еще? Большая скученность населения в городах, перегрузка транспортных средств, это раз. Да плюс еще у нас люди любят животных, так, котиков, собачек, вот это. Чего только не держат, вот в подъезде. У меня тут вот сейчас 3 собаки. Это. А сколько там котиков, это я не счет. Да. А что там в подъезде? 3-4 этажа, да? И вот уже на 4 этажа 3 собаки, и это уже обстановка тяжелая. Мало того, что вот эпидемии 20-х годов, 28-й год там у нас было, связано с обстановкой еще ухудшения питания населения и снижения общего иммунитета. Поэтому, видимо, ковиды вот эти, они прицепляются все круче и круче. И животные, и как раз тогда тоже, тогда много лошадей было, от лошадей много заболевали. И в Библии также, в Писании написано, где-то у Сираха, по-моему, что от животных будут люди заболевать. Вот, последние времена скученность населения. Ну и животные тогда, когда их много, то есть, почву все истоптали, и солончаки там, и все такое прочее. Вот эти татаро-монголы, когда пришли, там лошадей немерено было, этих лошадей. Ну и вот, и потом они массово гибли, миллионами там вместе с лошадьми, эпидемии вот это вот
все такое прочее. Поэтому осторожно надо быть с животными. И плюс у нас еще рынок, вот на рынках, там без масок, а в магазинах хоть маски соблюдаются, перчатки, маски более-менее соблюдаются в магазинах. Плюс в магазинах есть еще кондиционер, туда обязательно надо спиртевичу добавлять, чтобы спиртевич шел, пары спиртевича по магазинам распространялись. Тогда будет 100%, уже даже можно и без маски в магазине быть, потому что спиртевич на раз убивает этот ковид, ну просто сносит эти все его настройки. Вот таким образом. Но при этом, конечно, пить не надо, потому что это не спасешься. Ты пьешь, ты в желудок попадает. А пока там дойдет до дыхательной системы, а там свободно распространяется уже. Поэтому только через дыхательную систему надо ее защищать. Также при контакте с животными это 100%. А потом осложнение связано именно с плохим питанием. Потому что человек не получает витаминов, микроэлементов. У нас же как вот этот сверчок поднял цену на морковь-то 130 рублей там где-то за килограмм, а то и больше. Картопля тоже там за около 100. И, ну, капуста, правда, 36, это, да, где-то 36-38. А свекла, ну, свекла нету, считай, нету, там какая-то мятая, ну, тоже за 100 рублей, на это все свалка, то есть со свалки свеклу взяли и продали за 100 рублей. Хотя она свежая, но ее уже сгноили по пути. И плюс еще добавляется, на что еще этот год, 11-летний чижевский цикл, очень жаркая погода, она способствует тоже распространению всевозможных разных вирусов и всего такого прочего. Вот это такое обстоятельство. Значит, цикл нулевой, вот этот цикл создал много проблем. И посмотрим, вот подозрение на доведение самоубийства Лебедева Дениса Юрьевича. Сегодня в пятницу ему на шашлыки надо было ехать. Шофер его ждал. Он в 10 часов, второго в 10 часов раздался выстрел в спальне. Не хотел вставать на работу, ехать. За ним приехал шофер, ждал в квартире. И не дождавшись. Вот смотрите, ночь его рождения. 17.10.74 написано. 18 берем 10-е, смежное. Так же и здесь. Ну, это можно исключить первое. Не первое он самоубился. Точно было известно, что это вот как раз вот это число. И, кстати, лошарик вот это, мы знаем, что часто сопровождает самоубийц. Также нельзя считать его число рождения 18-го. Это сразу отбросить. Почему? Потому что здесь слабохарактерный человек. Он не решится на самоубийство. Это может только генеральским характером, как у него. Видите? И здесь плюс он вот закончил два института. Две тройки, две семерки. Вот пятерки нет, это да. А так восьмерка, девятка, ну, порядочный человек. И высоко духовный. Вот таким образом. И здесь три совпадения всего, видите? Три совпадения. Вот этого числа рождения и числа отстрела. Три совпадения. Ну, мы как говорим. Действительно, Следственный комитет, он сразу как-то ущучил, не дожидаясь нашего анализа, доведения до самоубийства. А это да, потому что если бы он был самоубийца, там было бы 4 и больше совпадений. По крайней мере 4. Плюс была бы записка. И он заранее бы обдумал это все дело и написал бы записку, по крайней мере, жене там и детям. Ну, дети малолетние, ну, жене, по крайней мере. А тут все было сделано спонтанно, таким образом, что мы знаем, что много веществ таких, которые приводят человека к самоубийству. Есть такие вещества, они давно используются, с 70-х годов и ранее. Человека тянет вот это на голубого кита покататься. Это вот такое вот у меня сообщение в связи с именно вот с этим графиком нашим.
с нашим графиком, что выполняется. Это я еще готовился, не полностью день кончился-то. А дальше, что там произошло, мы узнаем только, когда итоги месяца будем проводить, то есть, да, месяца будем проводить, и смотреть вот этот американский перечень, это events, current events, текущие события за июль, за июль. Вот таким образом. Выводы какие? Ковид дело серьезное, да? Серьезное. И вот просят там прививаться. Но это все организовано тоже очень плохо. Как выборы на пеньках, так и вот и прививки где-то там с 2 до 5, где-то на 3-м этаже, там в каком-то торговом центре, на рынке, где-то там в антисанитарных условиях, в греческом зале. Брала СВР, мы, говорит, устроим люстрацию, все документы выйдем. То есть и плюс меркантильная составляющая этого вопроса, она просто убивает на корню всю эту кампанию по защите населения от вируса. Она превращается не в защиту, а в нападение. Вот. И защита переходит в нападение против населения. К распространению, массовому распространению вот этого вот ковида. И улучшение его, как говорится, творческого потенциала вот этого убойного вируса боевого, можем считать боевого. Вот таким образом. Ну, как говорит генерал СВР, мы, говорит, устроим люстрацию, все документы выйдут.